Учились варить кашу, считали ступеньки, навещали Незнайку и его друзей, вместе с Бобиком ходили в гости к Барбосу. Ребята из детского сада номер 29 отправились с сотрудниками библиотеки Маяковского в увлекательное путешествие по солнечному городу Николая Носова. На очередной встрече в рамках программы «Чтение – дело семейное» дети познакомились с биографией и творчеством писателя, а потом посмотрели известные экранизации по его рассказам. Сказки мы разные смотрели, фильм один. А какой больше всего понравился? Фильм. А про что он был? Про кашу и собаку. За книжками там. Там еще разного всего узнаем. Какие твои любимые произведения есть? Любимые книжки? Да. Какие? Про три кота книжки, про мимимишки книжки, про... Сотрудники отдела семейного чтения библиотеки имени Маяковского уже более 10 лет реализуют программу «Чтение – дело семейное». В библиотеку приходят ребята из детских садов, частной школы Сарова и теплого дома. Для них два раза в месяц проводят литературно-игровые познавательные встречи, посвященные определенной теме. Цель таких мероприятий – познакомить детей с книгой и привить интерес к чтению. Каждое из этих мероприятий, оно заканчивается и сводится не только к игре, оно сводится именно к тому, чтобы в конце мероприятия преподнести ребенку книгу, да, чтобы малыши, они вот эту узкую дорожку прошли вместе с нами и через вот эту игровую программу приблизились именно к самой книге. Каждый отдел библиотеки раскрывает для ребят разные темы – о художниках, писателях, народных промыслах, родном городе. На встречах дошколята знакомятся с праздниками и значимыми датами страны. Сентябрь посвятят знакомству с библиотекой и книгой. В этом учебном году на программу «Чтение – дело семейное» ждут порядка 260 ребят. И наша задача именно в том, чтобы, опять же, доступным языком объяснить ребятам, что такое библиотека, чем она отличается от книжного магазина, как она устроена, как она работает. У нас очень впечатляются ребята, когда узнают, что количество книг в нашей библиотеке, да, то есть их несколько тысяч экземпляров. В рамках программы «Чтение – дело семейное» на базе библиотеки работает и клуб семейного чтения «Читайка», который могут посещать родители с детьми. Подробности можно узнать у сотрудников Маяковки без возрастных ограничений. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.